Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а видите Карфаген эпохи античности под руководством Балзабель. Ну, Кистоун можно скорее перевести как чудо-строительницы. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии. Ссылка есть в описании, либо в правом верхнем углу появляется. Ну а спонсоры всей серии прохождение видят сразу во вкладке «Сообщество». Тут у меня несколько комментариев уже от спонсоров поступило. Во-первых, я понял, что я неправильно вот эту семью, я их барсидами называл. Конечно же, это баркиды, это от Ганнибала Барки, то есть, ну, у него был и брат Газдрубал, по-моему, Барка, и отец генералами. То есть это такая, знаете, семья воителей, поэтому у них тут и бонус к войнам. Ну, то есть просто взяли известных карфагенян, которые были полководцами знаменитыми. Вот это семья баркидов, конечно же, а не барсидов. Потом я вот думаю, что Балзабель — это очень похоже написание на Балзабул, что в русском языке обычно читается как Вельзевул. И, ну, это правда, знаете, все претерпело изменения из греческого языка, когда Б на В заменилось, Т на F в русском. Ну, в принципе, вот Балзабель, по идее, в русском должно читаться как Валзевель. То есть она Валзевель, по-хорошему, я так понимаю, должно. Но я просто не нашел никаких вариантов прочтения. Ладно. Продолжаем тут готовиться к войне с Египтом. У нас уже плывет, по-моему, поселение, чтобы тут город ставить. Да или нет? Я его потерял. Где у нас? Что-то я не вижу никаких. Значит, еще не плывет. Ну, должен быстро, я так понимаю. А, ну 7 ходов будет сеттлер строиться. Что-то как-то долго. Не, вот он. О, я же думал, потерян поселенец. Видите, он уже практически... Да, но я, наверное, сейчас тогда воспользуюсь маршем, чтобы быстрее поставить город. И я хочу поставить... Не, вот тут, наверное... Ксения, мне надо на побережье ставить. А, тут небольшая. Вот тут я тогда поставлю просто и все. Блин. Тут все захватывает, конечно же, баркидов как раз. Город. Хотя тут по семьям пишут у меня, сколько у кого городов. 5 городов, 4... 4, уже у баркидов больше. Ну, потому что они в эту сторону идут. Так, теперь мы апгрейдим лучников всех. И тут уже осталось 1-2 объявить войну. Концентрируем армию здесь. Знаете, мы, наверное, как раз... Ну ладно, это следующим ходом. Давайте я тут буду полечу. Как раз, чтобы быстрее объявить войну, надо будет перебросить. Так, надо как-то скаута будет отсюда спасать, я думаю. Вот я так понимаю, что на морских картах морские юниты очень крутые получаются в плане перемещения юнитов быстро.
Так, давайте смотреть, где у меня все... Какие еще юниты не походили, где они находятся. Так, эти тут. Слоник здесь стоит. Он, кстати, никуда проапгрейдиться не может. Нет, но ему генерала надо добавить. У меня только один пока... В городе Дедонийцев был построен, так что окей. У меня даже несколько лучников дедонийских еще почему-то есть. Так, вот этого перебрасываем, парня. Уже пока не быстро перемещаются. Этот тут стоит. Вот этому, кстати, генерала можно добавить. Или лучше лучникам добавлять, я вот думаю. А, давайте лучше лучникам. А этого я тут оставлю в городе. На всякий случай, если вдруг внезапно решит Рим нападать. То есть я вот сейчас заселил уже все возможные территории, которые были. Так, что тут в Лептис Магни архив построен. Ну давайте юниты потихоньку строить, раз это военные. Я вот буду слингера строить, а потом апгрейдить в лучников просто. Ну и быстрее всего строится. Так. Что у нас? У меня приказов 14 осталось. Еще рабочих у нас. Так, тут я дорогу провел к Ламбезе. К Сиге. Сейчас тоже проводим дорогу. Все, проведена. По-моему, у меня все города соединены. Сейчас я проверяю, смотрю на иконку соединения. Да, отлично. Что мы тут будем строить? Ну, давайте здесь еще каменоломню. Здесь бараки предлагает. Не, давайте. Давайте Одеон будем быстрее, чтобы культура проходила. Так, этого мы сюда вели. Блин, шахта, это что-то серебро, что ли? Шахта 36 денег будет приносить просто на ровном месте. Стронгхолд. Ну, тут Одеон надо. Это у нас все-таки культурный город. Так. А, тут уже приказов не хватает. Все, заканчиваем ход. Постепенно. Блин, у меня цивиков что-то дофига. Надо что-то принять. Ну, наверное, профессиональную армию все-таки приму. Пора. Сколько? 42 все равно цивика. А, тут содержание на, видите, военные очки как раз идет. Отлично. И что у нас по религии? Могу просвещение и дуализм. Ну, с другой стороны, у нас кафедральные соборы еще недоступны. Так, что у нас тут происходит? Исследование, гидравлика нарисована и архитектура. Так, у меня и архитектура, и гидравлика отмечены. Там
потому что это к драмонам ведет, а мне надо по к волтингу идти. А, я вспомнил, надо архитектуру открыть, чтобы волтинг был стал доступен, так что архитектуру. Конечно же, и тут сможем какую-нибудь философию, например, принять. Инженерное дело точно не надо, потому что я уже чудес понастраивал. Ведь он на 20% снижает их стоимость. А вот философия плюс 10% науки будет круто, мне кажется. А это что такое? А, это событие, видимо, теперь вот так выбирается. Миссионеры из Рима прибыли в столицу найти деньги для распространения иудаизма в Аузии. Ну, отлично. Конечно, дадим им денег. 640 монет, нормально. И иудаизм в Аузии распространился. Почему иудаизм по моей стране распространяют римские миссионеры, а не мои? Вот в чем вопрос. Через один ход еще в каком-то городе иудаизм распространится. Так. Храм четвертый будет достроен. А, нет, давайте пока армиями займемся, потому что эти уже проапгрейджены. Этого АПМ. Этот третьего уровня лучник, то точно генерал нужен. И сюда третьего уровня. Так. Подолечим. По-моему, все лучники, кроме одного, проапгрейджены. Вот этот арчер пятого, я его долечить хотел, все остальные, да. И мейсмены тоже. Все отлично. Тогда можно апать. Кто тут? 400 многовато. 200 давайте. Так. Вот давайте думать. Вот отсюда у меня будут начинать они раз. И у нас перемещение на 4 клетки, да? Да. 3, 4. Раз, два. И вот тут будут высаживаться. И, наверное, вот сюда надо поставить. 3 рему. Вот. Ну я бы еще сюда пригнал просто. Давайте вот эту. Не, она у меня еще плавает. Где у нас еще 3 ремы? Скаут. Давайте тут засветим территорию. Тут вообще, смотрю, армии нету. Как у нас соотношение? Не отношение, соотношение. Сила одинаковая. Так, а где у нас еще 3 рема была? Вот она стоит. Давайте ее еще подводить. Так, этот у нас будет тут засвечивать, просто стоять. Так, по юнитам еще давайте посмотрим по анагар второго уровня, может его апнуть. На фокус. Третий уровень фокус. Это у него сколько вообще шанс крита? 50% уже будет. Так, мы генерала добавили. Тут апнули. Все нормально, мне кажется, армия. Прокачанная.
Можно теперь юнитами заняться. Точнее, этими рабочими. 143. Лес. Леса маловато. Так. Так, ну в Аузии нужен храм. Три храма, да? Вот четвертый достраивается, пятый и шестой осталось. Сделайте. Вот вам амбиция. Здесь можно? Нет, два тайла, значит, тут только. Ладно. Интересно, а эти на одной клетке, если работают, то они распространяют или нет? Сюда. Вот у рабочих уже сделано, что они типа на лодочках плавают. А у обычных юнитов нет еще. Ух ты, всеми походил, ничего себе. Так. Ну что, сейчас начнется карфагенское вторжение в Египет. Что там Ассирия, между прочим? Я так понимаю, что вся армия... О, у нас все семьи уже иудеями стали. Отлично. Я думаю, что у нас... Вся армия Египта как раз в Ассирии находится. Они особо не ожидают. Ну, давайте войну объявлять. Как, кстати, Рим относится к Египту? Хорошо. А грек? Тоже хорошо. А Египет к ним? От Греции расстроен, от Рима расстроен. Да, странный, конечно, Египет. Ну, давайте объявим войну. Кстати, помните, я тут случайно вместо того, чтобы продать дерево, купил дерево? Тут есть вот кнопочка «Отменить последний ход». Возможно, стоило этим воспользоваться. Я только не уверен, что оно на это влияет. Оно наверняка влияет на движение юнитов. Так. Теперь смотрим, как у нас тут юниты. Ага, смотрите, прям куда высаживаются. Так, ну мне надо сначала рукопашников. Они у меня будут вперед идти. Так. Так. Теперь. Генералами. А, это слоник. Слоника сейчас. Подождите, подожду. Сюда. Лучники. Да, лучники. О, мы случайно через монумент прошли в итоге. А ну, пожалуй, камень возьму. Потому что у меня... Хотя... Ладно, давайте цивиков. Мы скоро сейчас будем принимать еще архитектуру, откроем. Пускай цивики. Жалко монументы разваливать. Так...
Нам надо будет сразу трирему перевести дальше, чтобы сюда можно было высадиться спокойно. Этот город, я думаю, захватим. Ну, тут, правда, надо будет подождать несколько ходов, пока он нашим типа станет. Ну, давайте обстреливать. Желательно этих генералов не делать. И пока вот стены, ну, не стены, защита города снимается. Вот теперь по юниту будет. Я походил уже этим. Нет, не походил. Почему этот не стреляет? Все. Захватываем. Житель, он захвачен. А, перемещение. Так, мне надо марш. В последний момент перед захватом города Барди лидеры города выставили вперед гладиаторов на его защиту. Так, плюс один восставший юнит в Барди, и мы получаем Мейсмана. Да, давайте Мейсмана получим. А вот и восставший юнит. И какой-то арбалетчик, он как-то больно будет бить. Продолжаем. О, не смогу проатаковать его. Отлично. О, я этим еще мог проатаковать. Тоже отлично. Так, и один приказ остался. Так. Давайте глянем. Так, тут губернатор в Карфагене. Блин, минус 2 цивика вход, но зато 6,9 науки. Давайте лучше 6,9 науки выберем. Какой-нибудь у нас есть рабочий, чтобы он уже на месте стоял и можно было ему приказ отдать. О, можно вот сюда, чтобы он быстрее построил. Вот за один ход. Все. Приказы закончились. Так что у нас тут в городах строится архив. Построен. Тут. Давайте, наверное, в пастуха одного спеца. Потом в писца. В Сидича. Ну, я бы вот в этих в рыбаков, два спеца в рыбаков отправил. Все, можно заканчивать ход. Быстро город упал, египетский. Можно было, наверное, брать, ну там, блин, 8 иностранных городов захватить. Мне кажется, это очень долго будет. Далеко тут до столицы Египта вообще? А, ну столица Египта аж вот там где-то. Так. Добиваем этого парня. Тут, видите, два хода надо подождать, пока город перестанет сопротивляться, станет моим. Но юниты-то можно перебрасывать, я думаю. Так, пускай стоит, пока я переброшу трирему. Не, ну видите, он пока не считается моими границами. Или все-таки нормально встать? 2, 3, 4. Вот тут где-то мне надо остановиться.
Так, еще одну трирему надо вести, пока мы тут. Город на свою сторону переводим. И мне интересно было посмотреть, ускоряют ли эти ребята. 4 хода, да? То есть могу ли я со строителем, вот если я... давайте марш. Нет, видите, их как раз нельзя вместе поставить. Только строителей. Ну, в принципе, логично, конечно. Хорошо, где я могу еще храм? У меня больше вроде города не обращены. Какой-то, правда, сейчас город обратился. Интересно, какой. Наверное, где-то здесь. Нет. Ну вот, во всех этих городах храмы строятся, да? Ну что, значит, надо обращать остальные. Давайте Картену обращу. Так, подойду один. Вот. Или, блин... Ну, давайте дуализм буду основывать. Все равно когда-нибудь это надо будет сделать. Блин, да еще монастыри, кстати, можно строить. Монастыри плюс 4 науки дают. Блин, может, мне монастырь лучше строить? Монастырь, причем, можно где угодно, я смотрю. Давайте я монастыри лучше буду строить. Библиотеки можно. Так, какие у нас тут события? Губернатора в собрату. Ну, я в данном случае скорее на военные очки, чтобы юниты быстрее строились. Давайте тут. Слингер вообще за один ход строится, нифига себе. Да, ну только тут, наверное... Не, давайте, слингера, один ход. Так, образование наследницы. Это, я так понимаю, следующее. В какой момент у нас вот эти ребята... Дедоницы. А, вот тут просто стал раби-солдат мужем. И тут пошли уже... То есть вот это следующее, вторая после... Принца Мальчуса будет, так что надо выбрать. Давайте философию, пускай мудрой становится. Ассирийские торговцы прибыли. Ну, можно поторговать. Так, они нам еду, мы им науку. Не, мне не нравится оба предложения. Ни науку, ни приказы я не хочу торговать. Здесь бы я стены построил, на самом деле. На тот случай, опять же, если Рим будет нападать. Трирема готова. Вот эту трирему надо подводить. По-моему, у меня уже никакая армия оттуда не идет. Тут у меня, блин, 3 юнита осталось, кстати, неперевезенных. Так надо будет как-то этой триремой... О. А, это мне дали... Блин, а почему мне дали Мейсмена там, а не в захваченном городе? Как вот он там оказался сразу? Ладно, давайте я его, наверное, переведу сюда поближе. Опять же, на тот случай, если вдруг Рим... внезапно решит нападать. Ну, вообще, Риму, конечно, вот отсюда вообще было бы ударить по моей столице. Вот это... Не надо было этот остров занимать, конечно. Да и вот это тоже. Тут тоже должен был я... Ну, исторически так и было, на самом деле. То есть, это... Сицилия и Сардиния были карфагенскими островами, как и Испания была полностью карфагенской. Просто я немножко тормоз в этой партии.
Что мы тут можем? О, что это у нас? Ячмень, что ли? Прикольно, тут куча еды просто будет сейчас капать. Блин, ну вот в картене не очень удачно. Тут, наверное, надо будет убрать эту каменоломню и тут построить контролом. Давайте библиотеку, наверное, построим. Так, и переприказы осталось. Подводить к краю. Ну что там, армия Египта в долгом походе. Ну, конечно, она по морю быстро может перемещаться, но я пока не вижу, чтобы они где-то тут собирались. Ага, вот это кто? Это армия. Так, нападает на моего скаута. А, это ее муж умер. Боже, я думаю, что он так похож на прошлого нашего короля? Ну, что поделать. Правда, минус 10% к приказам не очень приятно. Улучшить отношения с Римом или с Грецией? С Римом 240, с Грецией 154. Ну, наверное, с Грецией давайте. Блин, только мы 340 цивиков послали, ладно. Дальше. О! 6 ходов, выполним эту еще амбицию, зашибись. Мы сейчас две еще амбиции выполним. Так, 200 кого поставим? Ну, 50% защиты города точно не надо. Вот эту давайте, наука. И тут философия 10% науки. Да, философию берем. Точненько. Что у нас тут по строительству? Это у нас военный город. Давайте еще... Не, давайте. Я просто не знаю, пока кого мне строить, какие юниты. Я не вижу, какие юниты есть у Египта. Пока так странно перемещаюсь. Теперь вот надо трирему поближе подвести. Как-то так, например. Тут ставим. И эту можно тоже немного ближе, получается, теперь вот так. Следующим ходом Бардия станет нашей, мы пойдем дальше. Отведу пока скаута, не будем терять его. Пускай стоит. Так, еще одна у нас есть трирема, надо подводить. Это важно, мне кажется, потому что... Еще одна. Потому что это очень круто, можно юниты перебрасывать. Очень быстро, если так проставишь вдоль моря. Так, у тебя, по-моему, очередь библиотеки. Да, конечно, Слингер очень быстро. Давайте мы доделаем старшего офицера. Потом еще Слингера. И
Тратим приказ на апгрейд. Блин, у меня уже начинает дерева не хватать. А здесь есть житель, давайте. Давайте, наверное, да, специалистов в храмах делаем, потому что они у нас тогда науку дают больше. Так, у меня еще 4 приказа осталось. Ага, этого сюда перебрасываем. Этого, кстати, можно поставить где-нибудь вот тут. Неплохо защищать будет. И, кстати, Fortify. Каждый ход будет плюс 5% к защите давать. Всё. Заканчиваем ход. Пустыня Сахара. Лептис Магна. Мне надо лесопилки ставить. Видите, аж только плюс 8. Ну, я очень много содержания дерева. У меня как раз на лучников идет. Видите, минус 44 дерева на юниты. Ноубл. Ноубл величественное, что ли? Как-то лучше перевести. Ноубл. О, все, Барсия. Или Бардия. Бардия стала моим городом. Так, мы отремонтируем защиту. Этот парень лечится. И поехали. К Саису перебираемся. Почему я не могу походить? Я же вроде им не ходил. Что я что-то нажал на какую-то, блин, кнопку, что ли, случайно? Ладно, давайте слоном тогда пока. Тут вообще никого нету. Вот это я хреновка, что я стреляющими выхожу вперед. Сразу, боже. Ваншот. Могут тут навалять. Мне кажется, я должен захватить этот город этим же ходом. О, чуть я не апнул лучника одного. Ну ладно, апнуть. Всё, вообще дерева больше нету. Стоит, качается. У меня пока, мне кажется, больше юнитов и не надо. Так, что у нас по приказам? Надо начинать атаковать, то мы не хватит. Разве не достреливает? В чем дело, блин? Показываешь, что достреливает. Ну, я, конечно, с управлением. Как этот походил, например. Yeah!
возьмем. Или возьмем, подождите, вот у нас еще этот. Не, возьмем. Думаю, дальше куда нам лучше. А вот какая-то армия возвращается. Сплошные пращники. Я, наверное, сюда по плодородному Нилу скорее пойду. Дальше захватывать. Мемфис, Абидос, Вассет, Асван. Оттуда, где у него самая основная экономика. Так. О, кому мы Бардию отдадим? Наверное, дедонийцам надо. Я, ну, как бы Баркидам уже, извините, 5 городов уже достаточно. Ну, тут подружился принц мальчу с каким-то этим. Рыбака сделаем. А, подождите, а где у нас мальчус губернатором работает? Он вообще работает губернатором. Не, знаете, просто фишермана в Библосе. По-моему, он не работает в Библосе губернатором. Подождите, а где Библос-то? Вот он. Да, тут вообще нету губернатора. Это недавно город поставлен. Быстро учится... Ну, давайте риторику. Тем более он из этих, из семьи Маганидов. Математик из Библоса сделал какой-то прорыв. Давайте просто науку получим. Хочу быстрее волтинг открыть. Через 3 хода амбицию выполню. Значит, еще 4 приказа. Я еще подумаю, что там строить. Давайте тут специалистов добьем до максимума. Здесь. Тут бы, конечно, специалистов в лесопилке. Давайте, наверное, в лесопилке отправлю. Так, так. Потом тут до максимума. 4 приказа. Что у нас в юнитах? Что, он достреливает? Нет, не достреливает. Допустим, так. Знаете, как мы сделаем... Ну, наверное, эту дальше просто трирему проведу. А вот эту трирему где-то тут надо оставить. И она будет как бы такой... А, не хватает приказа. То есть, видите, вот тут показывают трирему. То есть, этого я дальше куда-то сюда поставлю, чтобы эти все триремы обеспечивали передвижение быстрое. Ну, сейчас какая-то армия Египта подойдет явно. Саис уже 5 ходов сопротивляется, кстати. Рим ходит, Египет. Всю Ассирию вынесли. И кто, интересно, в итоге? А, тут даже не пока... Нет, тут показано, что оно захвачено, а вот кем? Египтом. И тут Египтом, Египет все-таки добил. Ну, ничего, я зато с другой стороны Египет добиваю. Тоже неплохо.
Или двигаться юнитами сразу. Так, давайте подойду триремой сюда. Тут ставим. И эту тут ставим. Это, понимаете, у меня вот такая дорога, да, из трирем. С быстрым перемещением. Теперь подходим генералами. Сначала юниты буду убивать. Так, ну если я сюда встану, не должны, мне кажется, убить. Ну, я хочу танец сначала захватить. Я решил, что это будет проще тогда удерживать эту армию, которая туда будет возвращаться. Он же не может, не знаю, как тут, конечно, какой-то проплыв есть. Но мне что-то кажется, что Египет не сможет тогда армию сюда привести. Я тут оставлю каких-нибудь пару юнитов удерживать. И пойду основной армией тут захватывать. Вообще никаких дорог даже не проведено в Риме. Так, какое у него расстояние? 4? Угу, все, заставить Мемфис будем обстреливать отсюда. Я так понимаю, что компьютер не умеет ни кораблями пользоваться нормально, ни дороги строить. И как-то с апгрейдом юнитов тоже, мне кажется, не очень. О, уже Египет написано слабее. Защиту уже станется полностью сняли. Пора заниматься Мемфисом. Так, этот тут стоит. Если ты убираешь город, юнит из города, то он прекращает к тебе присоединяться, поэтому тут надо оставить слоника. Нужен ли мне скаут? Ладно, подойду сюда. Будем отвлекать на скаута, как на живца. Эйлат, Иерусалим. Чё Иерусалим не священный город иудаизма? Хотя вот тут, смотрите, дорога проведена. А, ему не нужны дороги, у него реки. Фу ты, вот это, кстати, компьютер соображает. Да, у него река считается дорогой. Точно. Ну и что ты там бегаешь? Отлично походил. Туда-сюда прачником побегал. Авдота, королева. Авдота, лев. Умерла. Король Александр II. Выполнено. Амбиция. И следующим ходом еще одна будет выполнена. Сколько у нас в Вальзавеле лет? 56. Вполне может стать такой же великой, как и Дидона, я думаю. Давайте дисциплины ему повысим. Будущий король все-таки. Конечно, не особо дисциплинированный, но хотя бы не минус один. Опять в Карфагене нового губернатора надо. Ух ты, 14 науки. Уже 15, я бы сказал. Надо брать.
Еще защитные стены. Или уже спецов. Давайте спецов, наверное. Сюда. Сначала, потом сюда. Так, в Бардии у нас что тут? Ну, еще этих добьем. Кстати, у нас есть соль. Несколько пастбищ можно поставить. Так что не совсем уже грустный город будет. В Библосе. Форум с архивом. Так. Продолжаем наши захваты. Ну-ка, как эта фигня сработает? Половину стены. Вот, кстати, даже юнита никакого нету. Нет, он так дебильно ходит. Ну ладно. Только этот рабочий так мешается. Я как бы не хочу с ним драться. Потому что рабочие тут не захватываются, они убиваются. Так, ну все, Танис можно захватывать, я так понимаю. Блин, а что тут за юнит мне нарисован какой-то? Нарисовано, что какой-то юнит стоит, на самом деле никакого юнита нету. Так, ну выпрусь. Будем встречать. Вообще круто, когда лучники прокачаны еще и на дальности, они так отлично работают. Давайте глянем, тут есть вообще кто. О! А вот у нас где. Блин, армия из прачников. Ну-ну. Ну-ну. Как говорится, боюсь. Ну, мне надо с этой армией прачников, конечно, разобраться. Так что давайте-ка мы сюда выставим юнит и следующим ходом пойдем. Ну, кстати, можно по пути рабочего, да? Ваншот с критом. Так, отойдем, значит, скаутом. Все, что нам надо, мы увидели. А еще даже заряды остались. Так, а нафига я строил тут поселенцы, интересно? Не, серьезно, нафига? Кипр заселить, если только. А на Крите? И Крит, кстати, можно заселять. Ну тут я не знаю даже, как высадиться, блин. Тут нету... Да и на Кипре, наверное, нету места никакого. Ладно, пока поставлю сюда. Посево. Так, а где я тут? А, вот. Хотел узнать, где я закончил строить храм. Ну, давайте, наверное, и монастырь сразу. Чё откладывать? Мне нравится, что они сразу еще и лес вырубают, типа. Так, тут у нас место для монастыря, мне кажется. И больше встали... А, вот еще место, кстати, есть. Может, тогда библиотечку тут построим?
суд. Давайте тут. А, тут не хватает культуры. Тогда, наверное, бараки. Все-таки это военные города. Уже. Блин, вот, кстати, дерево дорого стоит. Давайте, может, лучше тогда не дерево, а... Ну, в смысле, не порт, а как раз добычу дерева вот сюда. А потом там лагерь поставим. У нас еще добыча дерева имеется. Там добыча дерева. Сюда лесопилку. Тут у нас что? Деревья. Тут можно еще лесопилку, я так понимаю. Уже приказов. Ладно, сюда встану и ход закончу. Вот интересно, что сейчас будет этот толпень прачников делать. Так, вот грека. Ну, Ассирия реально зажата с трех сторон, получается. Вавилон. Ух ты, там армия прачников. То есть он все-таки переправляется здесь. А как он так ходит? Почему он так по воде ходит? Там где-то стоит лодка? Да, серьезно, конечно. Глориус. О, да, Волзавель стремится повторить. Так, а где у нас тут? О, тут еще написано, какие чудеса кем построены. Все сильные чудеса мной построены, легендарные одна мной. Ну, кстати, можно и все остальные попробовать тоже бахнуть. Почему нет? Хочу посмотреть лог. У нас три правителя было. 59 лет правило. Этот 14. Ну, это пока 16 только правит, кстати. Легитимность плюс 8, плюс 15. Ну, почему плюс 30? По-моему, намного больше на легитимности заработало, нет? Ну, ладно. Да, только три правителя, кстати, было. Окажется, что так много уже, да? Вот жаль, что у нее наследников никаких не будет. Это единственное, что меня огорчает. Так, надо следующую амбицию выбрать. Великие ученые, ученый из Рима прибыл к нам в поисках помощи. Ну, давайте поможем. Это мы даем технологию стен. Ну, почему нет? Пожалуйста. Я не думаю, что я с Римом воевать вообще буду. Богатый торговец из Карфагена прибыл с экспедицией. Получаем великого торговца, либо 2500 денег. Я бы, наверное, 1500 денег получил. Дальше исследуем. Ну вот. Пишет, что куда, а куда у меня вот это водное... Водная мельница ведет. Почему она у меня отмечена как... К чему-то ведущее. Блин, вообще где-то тихо-то. Вот это что ли? Гидравлика. А, ну да, к Драмону. Ладно, давайте.
От нашего внимания не убежала. Мы заметили, что принцесса-консорт Отор, губернатор Аузии, беспокоится о своих способностях как лидера. Обучить ее, то есть intelligent плюс 6 науки станет, либо давайте intelligent, там больше науки будет. Так, в Картену нового губернатора. Давайте вот, ну, для новых юнитов. Нет, давайте вот этого лучше. Блин, у меня минус 10 цивиков пошло. А из-за чего? Что произошло? Какой-то губернатор ушел. Ну, такой минус. Но... мне кажется, если тут цивики идут... А, тут тренировки, кстати. Вот это цивики будут использовать, а тут тренировки. Давайте вот эту иконографию возьмем. То есть будут тратиться очки тренировки, а не цивиков. Эти 62, отлично. Плюс 5 приказов от святого города. И следующая амбиция. Так, 8 иностранных городов захватить, 6 легендарных городов иметь... или построить легендарную сокровищницу, легендарный форум и легендарный архив. Вот это последнее сейчас уже выполнимо. У меня сколько легендарных городов? По-моему, только один. То есть мне надо 5 легендарных городов каким-то образом. Это культуру. А вот легендарную сокровищницу, форум и это я уже могу сделать в столице. Потому что это легендарный город. И, кстати, по-моему, у меня еще... скоро может стать Андрометум легендарным. Не, еще 9 ходов, ладно. Но я могу распределить, например, там, начинать легендарный форум в Карфагене делать. Так что, наверное, последнее я возьму. Девятая амбиция. Так. Давайте захватывать Мемфис. Ну. Так. Уже 3 городов у Египта нету. Тут у него 3 самых главных осталось, которые я точно захвачу. Здесь я просто сейчас буду пытаться выходить скаутом, смотреть, где у него эти прачники. Сейчас я их всех покоцаю, я думаю. Боже, ваншоты. Просто тупо... А, нет, нарисовано. Нет. Это Крит. Егор Крит, наверное. А что у меня вот может 3 прачниками, один из которых еще и ранен будет сделать? Мне кажется, ничего. Вообще, она. Кто у них там правитель? Нет, он король. Ахмус завоеватель. Ой, блин, завоеватель. Нормально, такой завоеватель, типа в одном месте завоевал Ассирию, зато в другом месте тебя полностью забирают. Как бы мне Вавилон встретить? Я хочу как-то Вавилон встретить. Так, шпиона. Давайте в Грецию опять отправим. Так, этот тут стоит. О, генерала могу добавить. Давайте добавим. И, ну, мне апать не во что пока. Давайте просто дадим уровень. Так, скаута отводим. В городах. Давайте библиотекарей сделаем.
тут в рыбака. Блин, у меня еще приказы остаются вообще. Так, мне тут надо как-то трирему. А у нас тут все триремы задействованы. Ладно, поковыляем потихонечку по пустыне. Храм. А, это монастырь построен, и тут монастырь построен. Так. Этот у нас сюда идет монастырь строить в столице. Блин, дерево. Что ж так дерева мало? Я еще какие кафедралы могу строить. Ну ладно, придется покупать. Им как раз тут 2500 получили. Блин, и тут дерево. А на этого как раз отправим на быстрейшее строительство лесопилки. И этого тоже. С деревьями печаль. Сюда. Так, этого помогать сюда с лесопилкой. Какие-нибудь еще деревья есть поблизости? Не кустарники? Эти кустарники невозможно лесопилки поставить. Внезапно кто-то хочет меня спросить в комментариях, почему я там не строю. Но у меня один приказ всего остался. А, ну тут надо какое-нибудь здание городское, наверное, следующим ходом. Да, ну, конечно, снос Египта вообще какой-то изи. Уже намного слабее. О, я уже с греком наравне посел. То есть только Рим сильнее меня, и мне только его стоит опасаться. Наконец-то. Ну, мы просто... Никакого подарка я не буду Вавилону посылать. Просто встречаемся. Люди встречаются, люди влюбляются. Вавилон. Так, кому мы тот город отдадим? Наверное, уже вот этим Магонидам. Боже, как... Все семьи от меня в восторге, я смотрю. Закончила. Давайте мы ее сделаем фанатиком. Фанатик — это больше губернатор, а это явно из этих... Ну, заплатим, чтобы он дальше продолжал быть... То есть он не хочет быть студентом риторики, там, с учителями спорит. Мы им больше заплатим просто. Так.
хочу тратить время на убийство этих рабочих. Там город главное захватить. А рабочие они что? Ничего. Так, Саис у нас захвачен, поэтому можно слона. Выводи слона. И в Саисе ремонт. Ну, блин. Да, кстати, а в Бардии мы уже ремонт закончили, да? Перечим ходом Танис. Убить. Я пока эти города не хочу захватывать. Дисциплину, наверное. Хотя с холмов тут холмы есть. Не, ладно, дисциплину. Я просто не слежу, где какие юниты у меня. На каких. Наверное, сюда встану. Блин, мне надо как-то тоже... Надо как-то до Библоса добраться на самом деле. Ладно, пошли дальше. Скаут, давайте глянем, есть ли кто-нибудь тут еще у нас. Кантиармия. Да нифига. Аравийского полуострова тоже, смотрю, на карте нету. Так, тут монастырь тоже сделан. Теперь в Хадрометуме. А где мне в Хадрометуме монастырь строить? А вот здесь, наверное. Блин, минус 4 идет дерево. Что пойдем? На каждый монастырь еще потребляет дерево. Но мне нужно лесопилки, в общем, постоянно фигачить. Так, здесь амфитеатр. Ну да, наверное, давайте амфитеатр. Тут стоит. Этот тут стоит. Этот тут стоит. Можно уровень дать. А, ну, кстати, можно тоже разместить, видите, в тренировке. Еще два приказа даже осталось. В Гиппорегиусе. Жителей у меня больше нету, чтобы что-то тут улучшать. Может, фестиваль тогда провести, а то аж третьего уровня. Несколько проведем. Здесь 4 жителя. Тут я хочу... Ну, надо в эти... Так, это монах. Я хочу в храмы. А где храм у меня здесь? Подождите, что-то... Ну, я, по-моему, не могу монастырь без храма. А что, тут нету храма? Серьезно? А, или вот у меня. А, да, тут уже все, уже по максимуму. Ну ладно, давайте тогда в монахи. Так, сделаем. И в собратье
Тоже, наверное, в монахи. Это вообще святой город. То есть в священники сначала. Потом в монахи. Заканчиваем ход. Как я тут вообще по очкам валю? Слушай, я могу даже и по очкам выиграть, по идее. Потому что я могу еще. Где тут чудеса были написаны? Во. Я могу, например, еще три чуда, как минимум, великих построить. Да, это три очка. Сейчас захватываю города Египта. Уже сколько-то очков. О, умер король. Надеюсь, его там пришили за его великое. Магнифисент. О. Вальзавель. Блин, Magnificent, как-то лучше перевести. Наверное, великолепно или блистательное. Ну, смотрите, 24 с Мемфисом, да? И с Танисом. То есть, 20, считайте, еще 3 очка за чудеса. Это будет 27. Потом 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36. И какой-нибудь легендарный город 37. Или этот город поставить. Все. Короче, захват Египта, считайте, сделать меня победителем. Я что-то хочу амбициями. На самом деле. Ну, что-то так. Форум с архивом слабенько. Карфагене, кстати. Нет, даже не буду архив, надо форум, потому что форум дает цивики, соответственно, быстрее все остальное здесь будет делаться за счет цивиков. Кому отдадим? Дедоницев 5, 5, 5. Давайте дедоницам, наверное. А Танис Магонидом. Псайси губернатора можно выбрать. Вот эту. И за 400 монет предлагают. Я думаю, не сейчас. Мне просто еще один лучик, это еще содержание за дерево. Зачем? Блин, пустыни на одну клетку все юниты ходят. Я так понимаю, что армии у Египта уже нету. Просто какой-то он генерал бегает. Грустный. Блин, я, по-моему, уже все лесопилки возможные обработал. Вот здесь, наверное, можно, да. Вот тут еще лес, но тут как бы рядом с городом. Не знаю, больше вообще не вижу. Мы точно все обработали. Да, лес, конечно, тут самый важный ресурс получается. Тут вообще все в кустах. Вот. Как раз я лесопилку строю. Блин, а что с цивиками-то так? Внезапно. Интересно, а что будет, если они меня реально в минус уйдут.
почему я тут? А, 20. Ух ты, у меня еда закончилась. Ничего себе. Вот это не поворот. Тогда на еду давайте. Ну, еда хоть дешево стоит. Кстати, еще железо дорого. Я вот могу еще железо начать продавать. Так, ну давайте специалистов именно на еду. А в Мемфисе отремонтируем сначала. Потом на еду. Тут тоже ремонт. Но еды тут нет. Ладно, я пока не буду ставить. О, еще лесопилочка есть. Отлично. Ну, я, наверное, все-таки тут лесопилку поставлю. Потому что, не знаю, в картене... Какое-то... Здание ставить нету охоты. Надо на еду, значит. Фермы давайте. Да, покупаю за деньги дерево. Все, 24 приказа. Тут армия есть какая? Какой-то парень прощой стоит. Грозится кулачком. Ладно, раз больше некого расстреливать, придется рабочих убивать. Ну, вот юниты, видите, военные почему-то по реке не особо бегают. Так, если сюда встану. Раз, два, три. И вот сюда надо. Давайте марш использую. Тем более у меня приказы есть еще. Вот сюда надо и тут. Распронаемся. В Мемфисе. А, Мемфис уже наш? А, тогда мы сейчас Абидос захватим. Ну что, следующим ходом начинаем столицу. У меня даже городов больше всех уже. Но Рим все еще намного сильнее. Слушайте, а там Греция случайно... А, да, Греция с Римом. Я думаю, что-то у нее уменьшается сила. Короче, там Рим пошел на Грецию уже. Надо глянуть... Вот жалко, нету никаких объявлений, что вот там Рим объявил войну Греции, например. О! Валзавель стала великой. Зороастризм в Хадрометуме. Грецию открыли. Так, шпиона направляем в Вавилонию теперь. А... Постарела Валзавель, но стала великой. Прабабку не подвела, так сказать. Прабабушка же, да, дедона получается, Валзавель. Да, единственный, конечно, минус, что оба ребенка ее не выжили. Так она великая. Зороастризм нет, конечно. У нас иудаизм главная религия. Да, вы знаете, мы поможем Греции с железом, раз она там воюет с Римом.
Чтобы не так грустно все было. Блин, что ж мне с цивиками делать? И почему они так просели? Ну, у меня, видимо, кто-то из губернаторов умер, который много цивиков давал. Министр давайте, великого министра. Можно поменять канцлера? Нет, оно нормально. Кстати, тоже Сафонисба, а тут есть Дидона. Еще одна. Причем замена, кстати, 100 цивиков стоит, чего у нас нету. Так что как-нибудь переживем, видимо. О, наконец-то скаут добрался до земель Вавилона. Захватывает ли Рим у Греции что-нибудь? Пока не понятно. Ну, кстати, греки не так уж сильно расселились. О, Таурус кто захватил? Рейдеры? Вообще варвары, что ли, захватили? Тут рейдеры написано. То есть это бывшие города Ассирии? Или это сейчас просто... А, это, наверное, сейчас они захватываются, да. Это непонятно кем. Вот тут Вавилоном, тут Египтом, а вот тут, кстати, просто рейдеры написано. Ладно, не знаю. Ну, надо на еду, спецов. У меня с едой как-то грустняво. Так, так и так. Да, еда и дерево. Основные. Блин, тут нету куда спецов отправить. Ну вот, видите, просто специалисты стоят еду. Поэтому, когда я их отправляю, у меня еда уменьшается. Хотя вот здесь, между прочим, не стоит еды никакой. Давайте на камень, как правда, камни уже завались. Так, дерево добыто. Надо в эти города куда-то опять переправлять и улучшать тут все. Блин, что-то я встал тут на лагерь. А вот тут можно пастбище. Пошли захватывать Вассет. В смысле, я ж поставил в прошлом ходу, анлимбер сделал, блин. Что за фигня? Блин, ничего не делать. Не, давайте тогда апнем 412 заплатим. Ну, что ж поделать.
А что-то еще и деньги стали теперь уменьшаться. Зато железо с камнем немерено. Могу, кстати, немножко железо попродавать. Видите, когда продаете, уменьшается цена. Ладно, давайте этот город начнем атаковать уже. Всю армию убили. Уже точно Элат захватить. Ей. Да, короче, Египет сыпется вообще. Тут стоим. Да, могу так как верховой юнит, я могу. Раз один юнит убил, могу еще дальше следующий убивать. Ну, надо этих тараканов рабочих тоже постепенно мочить. Конечно, город такой интересный сделан. Что там греки? Ну, пишут уже сила такая же, как у нас. Вот, ну, мне надо цивики. Давайте один ход откроем, попробуем цивики получить. Рабочего. Так, тут форум. Легендарный город. У меня еще один не появился. Давайте еще посмотрим, что у нас тут по культуре. Вот, сильный третий уровень через 5 ходов станет легендарным. Больше, похоже, третьего уровня нету. Даже вообще просто сильного нету. И сильного первого тут. Еще первого и все. Да. А, Хипарегиус сильный. Третий. Через 17 ходов станет легендарным. Еще один будет легендарный. Так, в Танисе закончили ремонт. Специалисты, которые еду не требуют. Ладно, видимо, рабочих надо сделать в Аузии. Рыбаков я тут сделал. Что-нибудь еще на еду есть? Это даст приказы только. Ну, тут, наверное, стоит в эти, в лесопилке. Есть еда. Тут, кстати, тоже еда будет. Точнее, это рост. Это рост дает, а не еду, на самом деле. Ладно, тут пока этого специалиста, пускай ранчер, будет сделан. Вавилон что-то зол на Рим.
который для него хрен знает, где на самом деле находится. Ну, может мне попробовать такие зачистить Кипр? Я просто не знаю, как мне тут высадиться, если все забито. Не делать, а сами не подводить, типа. Так, движение дальше, храбрость больше. Да, давайте храбрость генералу повысим. Слоник. Тыгы-дым, тыгы-дым. Давайте, короче, рабочую тут мочить. Ну, теперь можно и фермы поднастроить тогда, раз у нас тут еды не хватает. Ой, тут еще лесопилка, возможно, отлично. Класс, лес. Мельница новая какая-то это и дает плюс 60% окружающим лесопилкам и фермам. Так, у нас тут лесопилки есть, это отличная будет. Ну, давайте поможем тут быстрее сети построить. И отлично походил. Один приказ всего лишь остался. Фьюриус, прям Египет такой. Серитор, королева Серитор. Ну, королева Серитор все просериторит, в общем-то. Весь Египет. Хотя, будем честны, это скорее ее предшественник. Просериторил. О, Вавилон у нас христианский почему-то. Такой, так пращник такой интересный путь сделал, чтобы проатаковать. Давайте обида с Баркидом дадим. Баркидом выдадим. Храбрость. Он и так уже мудрый. Довольно мудрый. Губернатор. Пастбище и лагеря дают плюс. Но тут нету. Нету пастбища лагерей. На науку можно. На цейки. Тут минус 3 роста. Нет, давайте на науку тогда. Следующее исследование. Баллистика. Юриспруденция. Баллистика. Вот это один ход.
Эти вот легендарные, это когда такой в венке. Это, я так понимаю, сильное означает второго уровня. Это, конечно, культурные уровни вообще ничего не объясняют. Это всплывающее окошко. Обучение наследников философии. Пускай Аскарфаген век философии. Новый закон принять, каллиграфию. Ну, очень большое содержание, к сожалению. Так-то он, конечно, прикольный. Все библиотеки, плюс 4 культуры и плюс 2 науки, но у меня, короче, ответ нет. У нас нету цивиков на содержание. Ну, у нас вроде ничего, такие отношения со всеми семьями. Везде френдли, так что живем. Персы. О, тут персы есть в игре еще, прикиньте. Ничего себе. Вот это поворот. А я думал, только в шестером будут. Нифига себе. Нифига себе. Да тут еще куча территорий, я смотрю. И персы случаем этот Вавилон-то не завоевывают, да? Война с Вавилоном. Персы вон. Это как раз Вавилонский город, судя по всему. Да. Вот это поворот, как говорится. Давайте сюда. Блин, я бы хотел, наверное, этого специалиста скорее сюда отправить. Давайте фестиваль пока 3 хода проведем. В Абидосе. Ну вот тут куча еды должно быть с Нила. У нас 13 жителей, поэтому давайте их специалистами. Вот тут на добычу еды. У нас, кстати, еще из-за несчастья может так снизиться все. Потому что несчастье в городах, вот. Ну, тут первый уровень, правда, несчастья. Сейчас найду где-нибудь посерьезнее. Первый уровень, второй вон я вижу, второй, вот третий, например. Третий уровень несчастья. Что он делает? Минус 10 про. Ну, нет, на цевики он не влияет, кстати. На цевики не влияет. Столица Египта захвачена, один город у них тут остался. Я Кипр хотел попробовать. А, ну да, тут не доплываешь. Так, ну давайте кораблики пододвинем слегка.
Поставил, подожди. О, скаут. Ты умрешь. Так, Абидос уже стал нашим. Ну тогда работало. Просто развал. Это, конечно, маневр прачника, что он хотел там сделать. В Мемфисе сезонный праздник. Отлично, цивики приехали. Но у меня минус 106 вход. А, я знаю, почему. Это за захват городов. Это ж каждый город добавляет к содержанию цивика. К содержанию, точно. Чего-то я туплю. То есть, если бы я оставался в своих же границах... Угу. Да-да-да. Пропускаем. А, вот тут можно лесопилочку. Так, тут монастырь. В Аузии есть монастыри. В Хипорегиусе есть монастыри. В Карфагене есть. О! В Зевесте нету. Понимаю, что в пустыне опять нельзя строить, да? Где я тут вообще могу построить тогда монастырь? Здесь, наверное. У меня там случайно шахтера нету? Нету. Надо вот тут монастырь. Так, в Карфагене монастырь есть. В Адраметуме монастырь есть. И в Собрате есть. Все. Можно тогда использовать для распространения религии дальше. Ход закончен. Интересно, а где эти тракийцы вообще? С Римом воюют, с Грецией воюют. Что у нас у греков? Опять слабее. Рим все еще намного сильнее. Ну, короче, там вынос, видимо, Греции. Ну вот Карфаген силен. И он силен. Вместе с тем и дружбой с Римом. То есть все-таки исторически Рим и Карфаген могли сосуществовать, наверное. Так, полностью открыли территорию Вавилона. Интересно, еще минус по деньгам пошел. Ой. Тяжело-то как. Так, когда тут Хадрометом станет легендарным? Три хода еще. Так. Три хода. Ой, нет, каких три хода. Да, три хода до легендарочки. Эйлат кому отдадим? Шесть городов. Шесть. Блин, ну... Ну, дедоницам давайте.
Видите, хотя сейчас меньше стало минуса. Да, давайте, кстати, обвиним Вавилонию за то, что они христианами стали. Тем более, что их там мочат, они тут слабые. Намного слабее. Но тут только сильный... Для меня единственная опасность — это Рим в итоге. С которым я, дружочек-пирожочек... А, давайте еду. Получим, тем более. Кстати, вот это отсутствие еды очень круто, что я захватываю именно Египет. Потому что по Нилу очень много еды. Permanently trashed when discard. Бонус открытия дает плюс 5 тайлов всем городам. А, это просто border boost такой. Ну, не знаю. Ну, давайте. Ой, ладно, у меня там есть несколько городов, которые неплохо. Ух ты, минус 3000. Нет, извините, мы не можем позволить себе. Ну, блин, 3000. Так, торговля. Рим нам 6 железа. Блин, нет, сорян. Мы не будем торговать пока. Это слишком круто. Так, ну давайте глянем, могу ли я наконец на Кипр-то высадиться. О, одна. Слушайте, если я тут высажусь, меня тут не убьют вообще нафиг. Одна свободная клетка есть. Просто интересно. Так. Да, тут как-то без шансов особо высадиться. Они должны быть не особо сильные, эти 4 силы всего лишь против 10. Что я думаю... Ну, хотелось бы все-таки как-то... подводить еще трирему. Дэм. Как город называется? Ну, короче, персы вон высадились и Вавилон захватывают, я смотрю. Хотя, может, еще по фестивалям, или я тут что-то хотел. А, вот здесь, наверное. Садовника. И пока все. Здесь есть специалист на еду. Давайте форум, архив и фестиваль. Вот так сделаем. Так, скаут походил, будем считать. Этот посел стоит, ждет возможности высадки нормальной.
Библиотечка. Столице уже строить просто нечего. Да, надо тут еще причал. Кстати, можно еще специалистов на деньги ставить. Это нехватка явно. Так, тут пропустим ход. Вас это захвачен. Да блин. Марш использовать. Ну, у меня и приказов дофига, и этих военных очков дофига, так что Иерусалим наш. Надо ли мне туда лучника переводить, или лучше рабочего поубиваем немножко. Тоже можно возвращать уже обратно. Все, один из приказов еще есть. А ходить уже нечем. Давайте еще это ближе подвину, что ли, тогда маршем. Слушай, тогда Масван тоже пойдет. Ощущение, что я очками даже быстрее победю, чем амбициями. А я думал амбициями побеждать. Ну просто Египет как-то совсем грустно. То есть вообще, вот, у него из продвинутых юнитов, грубо говоря, эксмены только были, парочку штук, и все. Ну, так. Пол хп минус. Я думаю, что я смогу выжить. Пастбище и лагеря. Ну, в принципе, вот этого, да, можно поставить. Что тут он есть для двух лагерей места. Мне надо освободить место, чтобы еще одного выселить. Ага. Боже, сколько их тут. Ну еще место есть, кстати, все еще ходу я могу вот этих ребят туда перебросить. Зачистим Кипр. И, кстати, город тут ставится где-то на месте Пафоса. Ну, наверное, Пафос один из старых, кстати, пригородов Кипра. Там даже есть огрызок колонны, которые привязывали апостола Павла и бичевали его. Yeah!
города, реальные города Египта мои. Египет просто перестает существовать практически. Так, Гадес растет. Фермера давайте в Гадесе. Иммигранты в Библосе. Ну да, пускай будет жить. Мне уже скаут не нужен, по моему скромному мнению. Блин, даже скаут по пустыне всего две клетки ходит. Персидский залив еще есть. Тут интересно, где конец карты, край с той стороны. Все еще ждем. Бани, стоит ли мне бани ставить? Вообще, давайте. Нет, игра не давайте, пока фермами я займусь. А тут, кстати, можно тут мельницу. Кстати, вот тут тоже мельницу можно. Фермы. Так, монастырь. И распространяем иудаизм. В лепте с магнием он уже есть. Сюда надо. Лагерь дает бонус этим лесопилкам, так что надо. Вот, кстати, тяжелый проход к Тиру, к Дамаску. Не знаю, как Египет нападал. Так, мы стоим. Вот это, кстати, Анагар против варваров был бы очень крут, потому что он наносит урон по, ну, нескольким вокруг. Его строим, а потом четвертого будет уже легендарный Андрометум. Два хода я, наверное, отложу тогда священника. И а что откладывать, уже можно, кстати, форумы эти строить. Нет, не форумы, подождите, зачем форумы? Форум у меня будет карфагенами. Тут давайте что-то другое. Мне нужен еще сокровищница и архив. Давайте, наверное, сокровищницу. Не, подождите, там архив вообще, по-моему, первого. Да, то есть тут архив. Да, первый, значит, тут будем архив, а там еще сокровища потом. Так, распределим. И, по-моему, в Гипорегиусе скоро. 10 ходов, это долго, я быстрее построю. Что-нибудь на еду тут есть?
Вот садовника можно на еду. Ладно, если нету спецов на еду, тогда ставим спецов на деньги. Но тут, по-моему, и на деньги тоже нету. Блин. Ничего, тогда на дерево. А, он тут уже и так есть. Ну вот еще на дерево. Да, давайте, наверное, на дерево. А, у меня жителей тут нету, блин. Тогда фестиваль проведем. Ну, на еду некуда, да? На дерево тоже. На деньги я имею в виду, на деньги. Хотя вот, кстати... Плюс две монеты от специалиста. Давайте сюда. Значит, у меня приказов остается немерено. Ну-ка. Ну, мне кажется, еще один ход все равно можно постоять. Вассет. Ну, это дальний город, поэтому Магонидом давайте. Так. Этих ребят. Сюда переводим. Этого можно убить. Этот не стреляющий. Вот этого. Кстати, я тут вообще город могу уже поставить. Что-то я туплю. А, нет, нельзя. Когда рядом варвары, нельзя город поставить. Оп. Вот оно что. Эти баркидам можно отдать Иерусалим. Так, и вас это мы тоже отдали, поэтому можно отсюда слоников выводить. По пути всех тараканов убьем тапком. Дорого уже проводить триумфы. Пошли в резиденцию. Блин, 616 науки, охренеть.
Не пройти, блин, дальше. Жаль. Так, Анагар. Что тут? Сидит. Это специалист на деньги, видите? Так, в Иерусалиме. В Иерусалиме вообще чуть немного специалистов. Ладно, тут давайте рабочего тогда. Вас эти тут все сидят специалисты на еду. Еще одного. Еще одного. Еще одного. Вообще город сплошных специалистов. Так, тут у нас... Давайте сначала на лесопилку, потом на еду. Лагерь вокруг всем лесопилкам даст бонус. Так, ферма есть. Где он тут? Давайте ферму. Блин, что так? Приказов-то много остается. Не пойму, они работают. Они поселенцы, что ли, сейчас атаковали? Убили поселенца, прикиньте, варвары. А, не понимаю, а там же защищен был. Да можно как-то выбрать, кого атаковать? Блин. Вроде ж был защищен. Вот еще и к несчастью минус 2 идет, отлично. Вавилон намного слабее. Персы сильны. Грек такой же силы. Ну, в принципе... То есть, вроде как, Рим с греком... Грек не совсем уж там падает. Интересно, специалисты... Ага, специалисты в мельницу не определяют. Ладно. Ну, как и в порты, я так понимаю, да? Да, конечно, в конце партии серьезно так лагает. Так, надо с варварами там разбираться, который моего маленького посела
прибили. Так, а почему я тут не могу? А почему он вот так идет? А, это не моя территория. Я понял. Ну давайте, ладно. Марш заплачу. Все, куча лишних приказов. Давайте мы, наверное, этого парня отведем полечиться пока. Не хотелось бы терять генерала. А сюда должен, по идее, Анагар встать, нет? Блин, а как... Марш. Ей. И... Установили. Так. Эти все возвращаются. Архив второго уровня. Тут третий архив строим. Рабочего давайте. Нужно еду. Культура, наука. Ну, в принципе, можно. Пока тут ничего другого не обработано. На деньги ничего нету, да? А, ну это и жителей, в общем-то, нет. Тогда фестиваль. Ну, 14. Я марш использую. То есть, когда ты марш используешь, то каждый ход за два приказа, и тут все равно приказов немерено. 66 лет. Успею ли я при ее жизни закончить ее амбицию, интересно. Ну, одну-то я закончил, вообще-то. Там, где с чудесами, это ее была начальная амбиция. Первая. Боже, эти пращники. Я сейчас Тирта захвачу. Так камнями по лбу бьет вообще Египет просто. Просто вообще... Я сейчас как Анагром кину камешек. Блин, у меня и канцлер умер, и этот умер. В смысле, я победил? Я победил, ребята. Только не понял. А, потому что у меня в два раза больше очков. Тогда ты считаешься победителем. Ну все. Это, кстати, круто, чтобы не затягивать игру. То есть, раз у тебя в два раза больше очков, чем у второго места, то понятно, что ты уже тут доминируешь. Дабл виктори, вот. Да, давайте откроем геймлог. У меня всего три... В течение трех правителей. То есть, Дидона Великая, потом Бадаштарт такой себе и... Вальзавель Великая. Ну, за 113 ходов, в принципе, очень неплохо, как мне кажется. Ну, с этим, конечно, им надо поработать еще. Тут вообще нифига не понятно. Это, конечно, выглядит красиво, но... Наша династия... Красивая, ну, по-моему... По-моему, интересное прохождение получилось. Я только до персов в самом конце добрался и удивился, что они тут, в принципе, есть.
А надо как-нибудь сетевую партию сыграть на этой карте. Ну, я, конечно, уже не за Карфаген. Ну, тут, естественно, моя ошибка была, что я не сразу понял, как перевозить по морю. И, конечно, исторически вот этим местом и этим местом владеет Карфаген изначально. Испания тоже должна была быть заселена. Вот эти три города, раз, два, три, должны быть карфагенскими, точно. Потому что вот эти пустынные города, ну не так себе, откровенно. Вот это скорее может даже Египту они должны были принадлежать. Ну вот такая партия. Спасибо, что смотрели. Я буду еще периодически возвращаться к Old World, даже до релиза, потому что у них постоянно обновление происходит. Даже, видите, в течение этой партии поменялся интерфейс у игры немного. На этом все. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!